История эта произошла, когда мы с товарищем учились в университете. Первое время жили в общежитии, однако потом нашли работу. В общем, спустя некоторое время удалось снять квартиру на окраине. Совсем на окраине. Чуть дальше уже лесополоса и шоссе загородное. В целом место спокойное. Бабулечки сидят на лавках, мужички и выпивохи. В общем, тихо все. Один минус. Балкона у нас не было. Курить приходилось на кухне, в окно. Ну и попутно наблюдать, как обсуждают дела насущные бабули под окном. Время к ночи. Я решил перекурить. Товарищ мой на работе, а идти на улицу желания не было. В общем, встал я у окна, стал дымить и наблюдать за тем, что в лесу ночью творится. Вдруг смотрю, на лавочке у леса сидит кто-то. Был бы день на дворе, вопросов не возникло бы. Но ведь ночь. Стал всматриваться. И единственное, что разглядел, это кто-то качается из стороны в сторону. Ну, думаю, сидит и сидит. Мне-то что? Но взгляд мой невольно раз за разом возвращался к тому силуэту. И вот, бросив взгляд в последний раз, я буквально застыл. На меня смотрели в ответ. Вот прямо глаза в глаза. А я был на пятом этаже. Там, внизу, не знаю, кто это был, бледное лицо. Причем, как бы сказать, ярко-бледное. То есть оно как будто светилось в темноте. Я увидел. Это была бабка. Но назвать ее обычной язык не повернулся. Я побыстрее ушел от окна, пытаясь мысленно объяснить произошедшее. И тут же раздался звонок в дверь. У меня внутри похолодело. Медленно подошел к глазку, посмотрел. С той стороны на меня смотрело жутко бледное лицо, которое я видел несколько секунд назад. Я отпрыгнул от двери, прижался к стене и застыл. Звонки продолжались несколько минут. Затем шарканье по лестнице вниз и смех. Смех, который принадлежал ребенку лет 10. Звонкий, радостный и такой фальшивый. Клянусь, я слышал его практически до самого утра. Андрюхе рассказал утром. Вижу, не верит. Ну и ладно. Сам же невзначай выяснил у соседей, что квартира, которую мы снимаем, принадлежала одной бабке, о которой и хорошего сказать нельзя ничего. А плохое про мертвых не говорят.